проволока 5 миллиметров вязальная гибкая, чтобы крепить кровлю стропила к стене. Июль в разгаре. На стройку 2 дня уже не выходили, потому что дождь идет постоянно. Вот сегодня решили выйти вроде, попробовать что-нибудь поделать. Иду пешком, оставил машину. Очень теплое лето. Не припомню на своей памяти, чтобы было так жарко. Так, первооконные проемы готовы. Они все у нас одинаковые здесь. 101 на 141 сантиметр. В качестве перемычек обычные 50-е, 2 уголка. Использованы. Вот как-то так. Сегодня же закажу окна, получается, и там 2 окна такие же. Дверь уже мы купим сегодня-завтра и привезем. Вот вроде все. Это конечная высота стены. Интервалом 1,20 м заложили. Привезли дверь входную. Так. И изоспан для ветроблагозащиты. Об решетке под профнастилом для кровли. А. Вот как на этом рисунке. Так. 150 гвоздей. И вроде пока все. Сейчас надо дверной проем, вернее. Вот у нас уже все готово почти. Дверной проем надо перемерить. Так, наша тонна цемента закончилась. У нас, значит, старайтесь покупать вот такой цемент. В таких промышленных, как бы, мешках. У него и марка выше. 1000 килограмм. 1 тонна. У них печати обычно есть, все есть там, проверка качества. Горнозаводск цемент. Вот это цемент так цемент. Все готово у нас. Перегородку выложили. Высота 3 метра. Проволоку 5 миллиметров для обвязывания стропил заложили. Интервал 1,20 м. Под формат утеплителя всегда оставляем. Так. Вот примерно так все. Этот выступ оставили для
того, чтобы была возможность потом облицевать кирпичом или еще чем-нибудь. Только для этого. Потому что здание просто формальное. Максимально дешево нужно было сделать. Максимально быстро. Без всяких премудростей.